Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Так, ты у нас банкир. Хочешь шальных денег? Могу помочь тебе в этом. Так, давай-ка мы заберем все, что ты нам проинвестировал. Ага, депозит через 2 часа. Понятно. Так, наверное, все-таки надо еще вложиться. Сюда и сюда. Замечательно. 481 шмекель у нас. Так, команда у меня вроде бы вся отхиленная. Ты посмотри на этого Морти. Смех на палке. В общем, я хочу пойти в новый портал. Посмотреть. Повоевать. Естественно, кого-нибудь, может быть, захватить. Ого. Рик, ты что себе на голову наделал? А, это у тебя кепка Морти, типа. Так, ладно, отвали от меня, не мешай. Где у нас этот портал, будь он неладен? Так, это игрушки Морти, это все понятно. Блин, сколько играю, никак не могу запомнить. Он где-то внизу, этот телепорт. Он где-то внизу должен быть. Ну, тут вроде как тупик у нас. Может быть, сюда надо? Нет, тут тоже тупик. А, вот же, вот они стоят тут. Так, посмотрим, в какое измерение мы с тобой сейчас попадем. Ох ты, это новое измерение, ребят. Сразу говорю, я здесь не был. Давай заберем с тобой тюбик. Опа. Ребят, смотрите, какой-то токсический Морти. Твою налево, думаю, что я не могу идти. Непонятно какого... Кстати, подожди секунду, у меня предметы-то... Чип контроля у меня всего лишь один. Надо было, прежде чем отправляться сюда, купить. Ладно, надеюсь, нам хватит этого захватить. Ого, слизистый Морти. Такой страшный. Отрыжка, что она делает? Усиление. Так, точность и... Повышаем себе точность, да, и ослабляем противника. Давай-ка молотило сделаем. На десяточку обманули. Так, он повесил негатив. У нас сила так и упала. Давай еще молотило. Тут что-то... А, ну правильно, он нам атаку понизил, поэтому мы отняли мало так у него здоровья. Еще молотило. Так, ребят, я, наверное, буду все-таки его захватывать. Блин, или не стоит? Стоит. Нам любой Морти пригодится. Хоть эпический, хоть обычный. Давай, 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 срабатывай, срабатывай. Есть. Ну что, мы забрали с тобой слизистого Морти. Тем более он 8 уровня. Отлично. Теперь смотрим, кто у нас тут. Опа, тут уже нас поджидают. Охламоны. Давай проверим, что у нас тут. Там он тоже командочка ждет. Кобелек охраняет. Так, Рик, подожди, не ори. Ого. Блин, надо было вот этого брать. Ловить. Че, ничего нету, что ли, тут? Опа, чип. Микросхема. Микросхема. Именно из микросхем. Слушай, а мы можем сейчас что-нибудь скрафтить? А, так, твои Морти, задания, значки, трофеи. Так, магазин. Мы же можем купить. По-моему, мы можем с тобой приобрести 500. Блин, не хватает. А продать здесь ничего нельзя, да? Продать, к сожалению, нельзя. Панель Морти. Ну, возвращаться я тоже как бы не хочу. Давай уж, там смотри какие. Давай уж тогда подеремся. Так, а скажи мне, а смысл здесь драться, если мы...
Твою дивизию. Смотри. Морти какой там. Не, давай-ка мы, наверное, отсюда пойдем. Перейти. Нет, 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 не надо. Сетевая игра. Да не хочу я в сетевую игру. Как мне отсюда вообще вылететь? Никто не знает, да? Ладно, пошли, короче, драться. Опыт лишним не будет. Кто это у нас? Мягкие балуги. Привет, Рик. Гуляешь по измерению? Хватит гулять. Я собираюсь победить тебя и отправить весь твой отрядец обратно в цитадель. Возможно, у тебя это получится. Давай посмотрим, балуги. Так, Морти с вырезом. С каким еще вырезом? Я не вижу никакого выреза. Отрыжку ему. Так, точность растет. И... Блин, провокацию сделал. Так, ладно. Точность растет. Давай посмотрим теперь, как у нас эта отрыжка, ребята, скажется на молотиле. Десяточку вырубили. Отлично. Так, всплеск. И давай молотила. Почти, почти ушатали. У нас, кстати, тоже мало хп. Но я думаю, что я его добью. Всплеск. Готов. 18 очков опыта. А это еще кто такой? Не, я тоже, конечно, сделаю замену. А возьмем с тобой большого Морти. Что это за Морти-младенец? Малыш Морти, он камень. Блин, а мы ножницы взяли. Ладно. Костюм и туфли. Воу, 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 вырубили с удара, прикинь. 21 опыт. Так, Морти-бомж? А, Морти из приюта. Так, это бумага еще к тому же. О, парень, тебе не повезло, походу, дела. Нет, живучий оказался. Еще что-то делает. Ладно, давай. Бедный Морти, я... Сколько измерений ты... Кем только не был. Оу, воу, воу. Это экзотика, наверное, да? Я не знаю, ребят, какой он стихии. Нам не показывают, поэтому продолжаем. Бумажка. Он тоже экзотический. Проверим его на прочность. Неплохо. Так, он сделал изнурение. Понизил мне защиту. Пока бомбим, друзья. Как так? Как мимо-то прошла? Он делает укрепление себе. Значит, мне защиту понизил, себе повысил. Еще и точно себе повысил. Слушай, это плохо, мне кажется, сейчас будет нам. Костюм и туфли. Так, ребят, 13 хп мы ему оставили. 13 хп. Надо немножко постараться, и мы его вырубим. Последняя атака. Костюм и туфли. Пошел вон. 128 очков опыта. Мягкий балуги побежден. 120 шмикелей и платонический камень. Так, что он там мне шмикели сверху? Да не надо мне сверху шмикелей бросать никаких. Нет, Валерик. Ты за все мне заплатишь, когда я исцелю своих Морти. Я это уже слышу постоянно. Твою дивизию... Блин, хотел пройти. Снисерчупс, про Рик. Правда, выбыл пр-пр-пр. Снисерчупс, гра. Снисерчупс. Так, это кто у нас? Поборник Морти? Подожди, сколько перепуга-то? Ладно, давай атаковать. Молотило, получи. Естественно, нас сейчас вырубят. А нам все равно с тобой надо будет в цитадель отправляться. Поэтому, ребят, я так и сделал. Замена. Большой Морти. Погнали. Костюмы и туфли. Окей.
Не окей. Как думаешь, мы пробьем ему на восьмерочку или нет? Да, пробили. Ждем следующего Морти. И это у нас... кто? Это еще что-то... Я буду продолжать. Это двойной Морти. Это обычный уровень 7, 24 хп. Есть... О, у нас закончился. Ой-ой-ой, плохо. Ну, парец тоже неплохо бомбит на десяточку. Я думаю, что мы все-таки его сможем победить. Да. Его тоже, короче, выкинули. 18 очков опыта. Оу, оу, это кто такой? Зачем замена? Не надо замену, блин. Ну фиг, взял так взял. Давай посмотрим Плюмбуса Морти. На что он способен. Так, одержимый Морти. Вот это кто. Атака, что у нас есть? Росток и всплеск. Ну, естественно, всплеск сделаем. Слабовато. А, слабовато, потому что мы бумага. А у нас тут ножницы. Что-то я как-то пропустил этот момент. А росток что делает? Снижение защиты и точность врага. При этом его атака растет? Не, спасибо. Если бы моя атака при этом бы росла, было бы круто. Ну что, добиваем. И будет еще один Морти у нас. Кто? Покажите мне. Оу, Ронин Самурай, что ли? То есть, Морти Самурай? Продолжить. Ронин Морти. Атака. Всплеск. Да чё ж так слабенько-то? Воу-воу-воу, тихо со своими подъемами-то, парень. Так, у него 15 хп, а у нас всего лишь 7. Один. До последнего дерусь. Пока нас в цитадель не отправят. Так, Плюмбуса Морти истощен. Ну, мутагены Морти. Выходи. 6 уровня. Заткнись. Заткнись, Рик. Плевок, давай, плюй. Не-не-не, ты плевать будешь сегодня или нет? Давай, давай, плюй. Атака прошла мимо, прикинь. Ну давай, давай. Ага, ага. И одно хп всего лишь остается. Давай всплеском, наверное, мы его ушатаем. Блин, мои атаки проходят мимо, прикинь. Потому что мы выбрали с тобой камень, а он бумага. Ну, мы всех победили. 120 шмикелей плюс плутонический камень. Буп, буп. Снипер Блу. Вот иди там и стой, Снипер Блу. Блин, и этого можно было бы, конечно, поймать. Так, это у нас, по-моему, билетики, да, здесь вытаскивать. Не билетики, то есть... Ой! Кстати, вон, смотри. Мэй Морти называет меня мамой. Тебе не добиться такой связи, Рик. Твои Морти никогда не будут любить тебя так, как любят меня мои. На этот раз они свою мамочку не подведут. Кстати, здесь повторяются тренера, но с разными Морти. Что? Странно, руки Морти? Если честно... Страннорукий Морти, ты посмотри на него. Да, нас ушатали. Ты посмотри на него, господи, это мутант. Судья Морти выходит на тропу войны. Так, мы с тобой как раз бумага против камня, это идеально. Ядовитый плевок. Два раза, а, ты посмотри. Давай в атаку. Толчок. Ну, ясен перец, я здесь не справлюсь. Да ты запарил, наносит три удара. С какого перепуга-то? Сколько опыта нам дадут? Оу, до 10 уровня, ребята, я вырос. Слушай, а у нас, по-моему, задание было, да? Продолжить. У нас было задание прокачать Морти любого до 10 уровня. В принципе, одно... из них я сделал. Щипание счетчик.
Причем обои. Блин, а мы с тобой бумага, а у него ножницы. Ну, я его уже менять не буду. Я просто жду, пока нас отправят в цитадель. Там, естественно, захиляюсь. Мне нужно как-то приобрести чипы, чтобы ловить Морти. Так, вырубили мы и этого. Ага, видел я таких. Продолжить. Хабатун Морти. И он у нас камень. Толчок тебе. На 9 ударили. Отвердение. Безнадежно. Да как сказать безнадежно? Все у него как раз получается. Отвердение. Так, нас добили. Ну и кто у нас там остается? Только лишь мутагенный Морти. Блин, нам бы, конечно, если бы у нас было бы много шмекелей этих, мы могли бы с тобой взять бы телепорт цитадели. Нам бы не пришлось бы здесь тратить кучу времени. Так, ладно, все, все, все. Уходи отсюда. Ва-ба-ла-ба-ла-ба-да-ба-да. Я доставлю тебя в центр исцеления. Я тебя как раз и ждал, корешок. Помоги мне попасть в центр исцеления. Так, с возвращением, Морти, говорит док. Давай-ка исцели наших ребят всех. И пойду-ка я, наверное, игры Морти магазин Рика. Так, магазин Рика. Здесь у нас торговля идет, да? Настроить. Ну, это настроить, ребята, профиль нашего Рика. 500 хватает, но только на один. Почему я не могу продать? Так, Хелзингер восполняет истощенного Морти 50% ОЗ. Ну, вот про это вы говорили, да? Хелзингер, который может, несмотря на то, что мой Морти как бы погибший, да вообще истощен полностью, он может ему восстановить здоровье. То есть я не могу ничего продать. Создание. Может быть, скрафтить хотя бы что-нибудь сможем, а? Как думаешь? Нет, не сможем. Вообще ничего не сможем. Где-то вот эти вот... Во, погоди-ка. Мутировавшая клетка бактерии. Более разумная бактерия, чем ее предок. Флип, очищенный до наиболее эффективного состояния. Вот это что такое? Шар темной энергии. Ликвидирует материю какую-то. Собачий ошейник. Не только для собак. А для кого? Что он делает? Этот ошейник собачий. Вот объясни мне. Что делает собачий ошейник? Шар темной энергии. Знать бы, для чего это все. Возможно, я бы сделал бы, но не сейчас. Поэтому я пошел в портал. Возможно, мы какого-нибудь Морти еще успеем с тобой поймать. Лаборатория Морти нам не нужна. Питомник Морти мне тоже не нужен. Что-то я опять заплутал, блин. Вот. Не, это не то. Это мы уже пойдем с тобой в зал совета. Где-то здесь должен быть, я же знаю. Вот. Ну что, давай посмотрим, что на этот раз нам выпадет. Какой... О, здесь, по-моему, тоже не был. Или был. Так, там какие-то страшные Морти, посмотри, стоят. Батарейка какая-то, ну-ка. Как мне взять? Да тут не пройти. Тихо, эти 100% меня захотят сейчас поймать. Как мне вон ту батарейку захватить? Там... Смотри. Так, половину мы с тобой видели. Чип, блин. Ну что тебе надо? Зана Куантакса. Хыси, хыси, куси. И 2 ГЦ. Хыси, о да, кукси. 160 децибелов. Хыси. Зана Куантакса. Так, Морти заурядный труженик.
Серьезно. Морти. Заурядный труженик. Так, ну что, у нас, ребят, точность повышается, да? Ага. Скорость падает у тебя, парень. Все, пора с ним разбираться. Молотило врубаем. Нормуль. Так, надо еще разочек через молотило его пропустить. Смотри, как гаденыш не сдается, а? Всплеск. Иди отсюда. 20 опыта. С этим мы уже виделись, по-моему, да? Продолжаем. Кролик Морти. Это ножницы. Молотило. Ох, хорошо-то как. Кританули это, потому что мы на крит удар попали. Так, ну попробуем еще раз. Изи. Это кто у нас, что за Морти? А, поваренок. Что-то я даже не узнал. Слушай, а у него, оказывается, уже не 4 Морти, а 5 здесь. Это хоть честно так делать? 5 Морти. На тебе. Слушай, на 11 ударили. Я же думаю, что это неплохо. Еще разок. Эх, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть, ребята. Вырубил все-таки моего Морти. Да не бубни, ты, все нормально. Рик, все будет пучком. Уж с этими-то халуями я справлюсь. Порез. Нормуль, вырубили. Так, это кто у нас там такой? Продолжить. Морти рабочий на производстве плюмбусов. Редкий, да, типа? Влупим, наверное, ему по полной программе. Костюм и туфли. Воу, на 15. Тогда еще разочек. Даже ничего не успел сделать, чувачок. Кто там у тебя следующий? Ага. Продолжить. Плюмбуса Морти. Естественно, через костюм и туфли бомбим. Тем более, ребята, он бумага. Защита падает, точность падает. Атака растет. А мы промахнулись, что ли, с тобой первой атакой? О, на 16. И, я думаю, добиваем мы его. Это последний Морти, все. Нам немножко не хватает до 11 уровня. Шмекели и плутонический камень. Ку-гва-ку-ик. Ку-ва-ту-ик-оу. Все. Да выпендривался. Так, тут какой-то Морти грустный бегает. Но если что, мы можем его поймать. Но сначала. Так, тут он тоже меня поджидает. Охламоны стоят уже. Кабель. Ах ты. Не видно было. Ну-ну, профурик. И Рорти Фудангра. Эти сейчас устрою Фудангру. Так, арестант Морти. Ну что, давай сделаем для начала костюм и туфли. У нас, правда, атака, наверное, будет... Да нет, в принципе, неплохая. А, он потому что обычный. А мы экзотическим играем. Добиваем. Все, 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 иди отсюда. У него 4 Морти, да? Есть! 12 уровень, друзья мои. Ух, на плюс 3. Шикарно. Это что? Это что такое? Морти кленовый сироп, ты серьезно? Ты сейчас серьезно? Морти кленовый сироп? Да, тогда получи. Так, он делает закаливание. Защиту свою повышает. Какая замена, ребята, я не хотел. Я хотел пропустить просто как можно быстрее. Угу. Сопротивляется еще чувачок. Смотри, последняя атака у нас. Блин, теперь придется всплеск делать. Или что у нас там? Порез. Ну, главное, вырубили мы этот кленовый сиропчик. 65 опыта. А это у нас что? Не, продолжить. Галлюцинирующий Морти. Блин, он камень, он редкий. Ладно.
Блин, у нас только порез остался. Безнадежно. Негатив. Атаку мне понизил, а? Да, и это чувствуется, кстати. Чтение мыслей, скорость растет. Скорость растет. Так, молотило использует. Блин, у меня скоро и порез закончится. А чем мы тогда сможем его атаковать? Она, наверное, не придется, ребят, нас вырубит, скорее всего. Хотя у него 4 хп осталось. Ну-ка. Что? Все, вырубили. Последний Морти это кто? Ну. Продолжаем. Это Морти с вырезом. Слушай, по-моему, был уже такой Морти с вырезом. Через порез его пустим. 10 хп отняли. Машинная стирка. Так, выбираем с тобой, наверное, экзотику. Блин, а как же я буду теперь Морти еще ловить? Мне нужно поймать, ребят, того Морти все-таки. Давай всплеск сделаем. О, слабо-то как. А, ну мы же бумага, ё-моё. У нас класс бумажный, а у него класс ножницы, поэтому он... Поэтому он все равно проигрывает. 84 опыта и уровень. Замечательно. Плюс 3, плюс 2, плюс 2, отлично. Да-да-да-да-да, шмекели и мега-семя защиты. Мега-семя защиты. Который повышает нас навсегда, да? Ай, снуфисно. Вот тебе и снуфисно. Так, заберем с тобой кабель. В принципе, я сюда за кабелем этим и шел. Ну, это, конечно, что-то, да? Кленовый сиропчик. Создание. О, можем вот с этим попробовать. Ребят, вот нам не показывают, какой он. Обычный, эпический. Сейчас узнаем. Удивительный Морфи. Это, ребята, обычный. Но, тем не менее, я все равно хочу его поймать. Давай атаку. Ядовитый плевок. Ага. На 8. Так, давай еще ядовитый плевок. Оу, сейчас пора ловить его. Иначе убежит. Чип контроля. Применить. И есть. Ну что, удивительный Морти у нас, ребят, в копилочке. Это хорошо. Но плохо другое, что, во-первых, у нас не осталось чипов. И как мне отсюда уйти? Блин, с этими драться. Или с этими драться. В общем, в любом случае с кем-то придется драться. И другого пути здесь нету. Давай здесь посмотрим. А, мы сзади... сзади обошли. А, вот у нас, кстати. Вот, смотри, можно было бы кого-то поймать. Бегать здесь. Сейчас я потихонечку выйду, посмотрю. Может быть, тут что завалялось, не? Нету ничего. Но портал в любом случае не откроется. Давай хотя бы посмотрим, что нам ожидать. Oh, так, у него 4 Морти. Ну-ка. Это мой звездный час. Я уничтожу тебя, Рик. Когда он говорит, я уничтожу тебя, Рик, он не подозревает то, что он сам Рик. Так, что у нас тут? Кальмара Лицей Морти. Кальмара Лицей Морти. Да, друзья мои, ну что, попробуем ядовитый всплеск сделать. Влажный поцелуй. Офигеть. Офигеть, влажный поцелуй нас вынес просто. Так, ну что, судья Морти. Судья Морти выходит. Погнали. Атака. Толчок.
Угу, неплохо. Поглощение. Тоже не кисло. 7 хп остается у него. Так, а у нас, по-моему, еще есть... У нас же есть табуэти, как они называются-то, скажи мне. Что за бомжары это? Погорелец, что ли? Продолжить, конечно. Это обугленный Морти, но я говорю погорелец. Предметы. Сыворотка, у нас одна всего лишь. Сколько у нас там здоровья? 20, еще пока нормально, ребят. Попробуем его погасить чуть-чуть. Ага, 10. Так, что он там делает? Атаку прокачивает. И скорость. Атаку и скорость. Толчок. 10 хп остается. В принципе, друзья мои, блин, риски. Но я, наверное, все-таки возьму сыворотку, применю. Может быть, конечно, этого не стоит делать. Может быть. Так, сейчас удар получим. Да, то, что я вспомнил, то и потерял. Есть. 180 очков опыта. Неплохо. Почему, когда мы получим свой левел, у нас не восстанавливается УЗ? Угу, ну с этим мы уже встречались с тобой. Продолжить. Так, он тоже бумага. Но он обычный. Поэтому толчок. Слушай, а может быть мы выиграем здесь? А вдруг выиграем, а? Слушай, нам, наверное, надо восполнить 200 УЗ. Ну, другого варианта не будет просто воспользоваться этим всем. Ребят, вы уж извините. Пришлось поступить так. Опять подъем, а мы опять с собой атакуем через толчок. И остается последний Морти. Кто же это там, интересно мне знать. А, еще один. Слушай, ну тогда, по идее, мы должны выиграть. Так, в атаку. У меня последний толчок остался. Такое слово за толчок. Ты понимаешь, да, о чем я? Не в плане того, что толкать, а толчок, унитаз. Просто так звучит. Щипание щечек. Ему нравится. Атака, кстати, его прошла мимо. Это шикарно, ребят. Есть! Вот так вот называется. На шару пошел и победил. Да, мы победили с тобой лысого Рики. Так, большая сыворотка и значок. Слушай, а нам еще сколько? 2 значка, по-моему, нужно пойти. Все закончилось не так, как должно было. На этот раз удача была на твоей стороне, Рик. Для боя, так, нам не хватает всего, ребята, одного значка. Всего одного. Блин, ну жалко, у меня нету этого чипа. Я вот этого хотел бы поймать. Теперь я, кстати, понял, как ребята различать. Когда у них есть звездочка над головой. Так, ты мне там шмекель-то не хочешь подогнать? Ага, нет, не хочет. Где у нас там лечилка? Это лаборатория. Кстати, у нас, по-моему, там 500 шмекелей, да? Насколько я понял. Мы с тобой можем приобрести один чип. Так, заходим к себе. У нас тут должен быть магазин Рика. На один чип мне 100% должно хватить. Да, покупаем. Ну что, друзья мои, я готов посетить следующий телепорт. Такая команда у меня. Крутушей. Нам нужен всего лишь один значок. Всего лишь один значок. Мы тогда с тобой вырубим второго чувачка. И получим нашу телепорт-пушку. Не знаю потом, что у нас будет. О, тихо. Дэб-дэб. Блин, да они везде тут стоят, а. То есть не пройти, получается, да? Так, с этим мы виделись. Тогда нам сюда надо будет драться сейчас. А, я обошел. Тихо, тихо. А тут как? Если бочком только?
батарейка. Так, батарейка нам как раз нужна для крафта, насколько я помню. Но вот здесь вот, наверное, мы... А я проверю сейчас. Слушай, можно их обходить, оказывается, сбоку. Опа, опа. А ну-ка, парень, иди сюда. Помощник Морти управляющего. Вот ты-то мне и нужен, братишка. Погнали. Молотило. Оу-оу-оу. Так, скорость его падает. Мы молотило врубаем. Что-то как-то... Что-то как слабенько. Так, ребят, еще, наверное, ударчик сделаем, потом уже будем его ловить. Молотило. Вот, красненький, 100% должны поймать. Тихо, 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 не волнуйся, все будет нормально. Применяем. Главное, чтобы он попался. Е! Редкий. Да, друзья мои, редкий помощник управляющего Морти. Это круто. Это очень даже круто. А вот здесь нам, наверное, с тобой никак не пройти, да? Угу. А там, смотри, тоже какой-то... Ксутупик, свик, слик, сана, каналик, морти, куку. Да. Такое я сделал с игрушкой. Оу, йоу. Это эпический. Морти ночной дежурный. 5 морти у него будет. Ух, я не знаю, ребят, насколько силен эпик. Давай проверим. Угу. Что-то жестко как-то. Блин, эпического, конечно, хотелось бы взять. У меня ни одного эпика нет, ребят. Только редкие эксклюзивы. А, нет, не эксклюзивы, экзотика. Ну-ка, давай попробуем большим мурт его сделать. Костюмы, туфли. Одно хп осталось. Ну как так-то? Ну как так-то, блин, ну. В любом случае, вырубаем мы его. Все. Готов, парень. 52 опыта. Это что загрязнули? Неряха. А, неряха Морти. Так, он у нас камень. Но он обычный. Мы экзотики. Ох. Брыкается еще. Посмотри-ка на него, а. Сейчас сопротивляется. Ладно, давай. Найс. Так, это у нас кто тут? Кто ты такой? А, юрист Морти. Жалко, их нельзя вот здесь ловить. Блин, мне нужны вот эти юристы, да? Чтобы сделать судью потом из них. Так, он точность мне понизил. Да иди ты! Точность и уклонение он мне, ребят, понизил. Я все бомблю туфлями и вырубаю его, как ни странно. Оу, щет, это что еще за Морти? Морти Робин Гуд? А, дикарь. Так, он камень. Он эпический. Ну, тем не менее, мы хорошо так ударили его. А он слабо. Почему? Мы же ножницы, ребят. Он должен, по идее, наносить повышенный урон. Чего с ним не так? Ты сам видишь, да? Может быть, из-за уровня? Да ну. Он 8 уровня, мы 12. Порез. Вырубили мы этого дикаря. И последний Морти, который тут выходит. Кто? Два зуба. Ты кто такой? Блогер? Да ладно. Тогда получай туфлями по лицу, блогер. Бренд. Бренд. Лучше контент тогда будешь. На. Гуляйте, Вася. Так, ну что, мы с тобой победили. Шмекели и... Мега 7 атаки. Кску, кукванск, снукнухни, мортис, куда? Все, все, иди, гуляй. Так, мы с тобой заберем вот эту штуку. О, кабель. Большая сыворотка, слушай-ка. Угу, мы забрали. Я хотел, знаешь, что посмотреть? Предметы. Предметы. Большая сыворотка восполняет нам 50 за мега 7 атаки. Применить. Я знаешь, куда хочу? Вот на Большом Морте.
Или же на судью Морти. Нет, все-таки на большого Морти, наверное, мы применим. Мега 7 атаки навсегда, да? И увеличивает параметры защиты. А вот параметры защиты, мне кажется, что нужно именно на нашего Морти. Ага, так. Большая сыворотка, 50 ОЗ восстанавливает. Поставим, наверное, вот на большого Морти. Допустим. Так. А, у нас еще есть одна большая сыворотка. Мне хотелось бы... У нас денег мало-мало. Выиграть Морти, значки, трофеи, панель Морти. Подожди. 336 шмекелей. Блин, не хватает. То есть я не смогу поймать, да, того, который там бегает. К сожалению, не смогу. Хотелось бы, но никак. Ладно. Где мы с тобой были, а где не были? Наверху мы не были, наверное, вот здесь вот. Или бы... Тихо. Так, я вижу микрочип. Или это микросхема. Смотри, какой ты грязнуля. Блин, нужны чипы. А, вот и арена, ребята. Мы дошли до арены. Сейчас пойдем на арену. Я просто хочу посмотреть, есть ли тут что вокруг. Нету. Так, раз, два, три, четыре. Нас четверо. А сколько у него там Морти? Раз, два, три, четыре, пять. Пять Морти. Профессор какой-то здесь. Мне не совсем понятен смысл всего этого, но так надо. Ну, раз надо, так надо. Так, усатый Рик бросает вызов. Опять эпический. Ночной дежурный. Ну, с таким уже... У меня нет, ребята. Костюм и туфли закончились. Ну, это на 20? Так, ребята, Морти-клюшка. Редкий. Попробуем. Тоже неплохо. Замах. Больно. Порез. Блин, у него 5 Морти. Так, сможем мы его добить сейчас, а? Морти замах. Морти клюшка. Так, 72 опыта. Ты опять вернулся, да, родной? Продолжаем. Я тебя должен добить. Сколько у меня еще? 5 порезов осталось всего лишь. Да чтоб тебе, ну блин, ну... Ну почему на 20 ты не бомбанул? Хандра. Хандру он мне повесил. На. Так, ну мы уже двоих вырубили одним персонажем. Тут... Ух. Блин, как у меня Морти этот растет. Не зря, ребята, его звать Большой Морти. 13 уровень. Так, осваивает атаку гляделки. Большой Морти, продолжим. Так, Морти Песков Времени. Это обычный. Ребята, у нас какая-то гляделка есть. Что она делает? Ослабление и сила средняя. Не знаю, давай проверим. Так, точность упала. Уклонение растет. Точность падает. Пора атаковать его. Порез. Неплохо. Изнурение делает мне. Блин, защиту понижает. Еще раз порез. Все. Да выпендривался Морти Пески Времени. Что за бомба? А, это старый Морти. Я думал, бомж Морти какой-то. Так, гляделки. У меня порез последний, ребят, только остается все. Ух, с удара вырубил, прикинь. Ну, он старый, немощный Морти, поэтому с удара. Так, а это у нас поберушка, да? Из приюта. Ну, здесь менять нам придется. Почему, ребята, менять придется? Потому что нечем нам атаковать больше его. Хотя... Хотя, подожди, мы же можем с собой... Поздно, да, уже? У нас же есть предмет, который... Так, 100 ОЗ. Вот. Вот, плутонический камень, конечно же. Он же нам восстанавливает как раз наши ОАшки. Только успеть бы нам. Так, костюмы туфли, естественно, костюмы туфли.
Ух! Влетело как шикарно. Не, мы его добьем. Мы его добьем, ребята. Есть. А это значит, что мы получаем с тобой значок. Шмекины, сыворотка и значок. Вот так вот. Впечатляющая победа. Опять он мне предлагает свои шмекели. Он после каждого поединка предлагает шмекели. Ты мухлевал? Это неправильно. Я требую переиграть. У меня все по чесноку. Так, ребята, у меня достаточно значков, чтобы сразиться с членом совета. Куда я и отправляюсь? Куда я и отправляюсь? Ну, вначале захиляемся. Блин, лаборатория Морти. Ага. Но что-то мне подсказывает, что не все так просто будет. Так, да ты идите вы, а? Мешаете только мне здесь. Ух ты, а этому что нужно? Бип-бип-бип. Ошибка перегрузки, батарея разряжена. Отключение системы. То есть, ему нужна батарея, да? Ну на тебе батарею. Источник энергии отклонен. Недостаточно мощности. Требуется альтернативный источник энергии. Да иди ты. Я ему предлагаю, он еще недовольный. Альтернативный аккумулятор ему что ли нужен? Так, ну что, где у нас тут? Вот он. Вот он, друзья мои, зал совета. Да ладно, Рик, набрать значков — это еще не победа. Я с нетерпением ждал тебя, чтобы охладить твой пыл. Ну давай. Квантовый Рик бросает вызов. Безглазый Морти. Так он же обычный. Пхе. Погнали. Начнем с молотила. Слушай, ну он крепкий, слепой замах. Оу-оу-оу. Слушай, парень, давай-ка потише как-нибудь. Слепой замах. Посмотри, а? Хороший сказал. Его атака прошла мимо. Отлично, друзья мои, шанс на победу вроде бы. Да. Так, этого мы вырубили с тобой. Безглазого Морти. 120 опыта. Так, это бродяга, наверное, какой-нибудь, да? Я буду продолжать. А, это грязнуля Морти. Но он редкий, редкий. Плюс он камень, поэтому нам нужно с тобой что сделать. Ну давай атакуем просто. Через молотило его бомбанем. Разочек. Моя атака прошла мимо? А, это его атака прошла мимо. Это мы с критом так отняли у него? Слушай, а что тогда будет дальше-то? Упс. Я все равно, я буду... Подожди. Предметы. У нас есть там, да? Есть. Применяй, ребята, сыворотку правды. Чик. Ну, на самом деле, это сыворотка, которая восстанавливает мне хп. Так, молотило врубил. Он начал мою тактику применять. Да иди ты, блин. Сколько лишь он два раза-то ходит, я не пойму. Ты смотри, что он делает. Этот жучар, оказывается, тоже может себе. Ну-ка давай 50 УЗ вколем себе. Я сейчас скажу, вколем себе 50 кубиков УЗ. Лежит. Ну что, щегол. Блин, это только второй. Атака. Молотило давай. Да ну, блин. 14 хп у него остается. 14, ребята. У меня последнее молотило. Трындец. Я не думал, что этот грязнули Морти может... Ну-ка давай. Большой Морти, выходи. Блин, против камня. Ну, надеюсь, костюмы туфли нам помогут. Да. 211 опыта. Так, это что у нас тут? Продолжить. Бородатый Морти. Костюмы туфли. И не меняй, ребята, и не меняй. Вау. Фига себе. Зажми. Твои зажми не прокатили. А вот мы тебя, по-моему, добьем сейчас. Блин, 2 хп осталось. Он опять свои зажимы делает, а? Атака. Через порез.
Так, и последний Морти. Воу, 14 уровень. Слушай, отлично просто. Так, это кто, юрист? Деловой Морти. Так, эпически, 15 уровня, ребята. 15 уровня, прикинь. Но всыпали мы ему. Точность упала. Плохо. Серьезно? Я-то думал, что это будет такой там эпик. Все. Все. 257 очков опыта. Квантовый Рик побежден. 500 шмикелей, 5 купонов, коробка мистера Мискаса и... приз члена советов. Ох, а ты сильнее и хитрее, чем кажешься. Думаю, тебе стоит продолжить тренировки, чтобы заслужить наше доверие. Тебе нужно научиться уважать совет. А теперь убирайся, не хочу тебя видеть, пока не раздобудешь 11 штук значков. 11 штук значков? Ты серьезно? У тебя достаточно значков, чтобы сразиться со следующим членом света. Тебе не хватает 5 значков в плане. Игры Морти открылись. А они до этого что ли были закрыты? Так, ну, во-первых, мы с тобой в магазине Рика приобретем чип. Это полюбасику. Так, чип. Средство от яда, от пролича. Курьер Флап. Ну, чип главный нашли, взяли. А где игры Морти? Он говорит, открылись игры Морти. Что они нам... Вот. Блин, сейчас мы проверим, что такое игры Морти. Для чего они нужны? Игры Морти. Точно? Подожди. А, вот. Они же были закрыты раньше. Точно. Арена. Рик и... Или Пшик. Или Пшик. Рик, говорят, что ты заходишь в игры Морти. Иногда бои бывают довольно жестокими. Если нужна помощь, я могу оставить возле ринга кое-какие предметы для тебя. Чего? Шмекели. Всего 1000 шмекелей. Купить. Чё-то я, если честно, не особо понял, что он хочет от меня. Это что такое? А что ты здесь делаешь? Я никогда не отрекусь от тебя, Морти. Я знаю, что ты рядом где-нибудь. Призрак Морти. Короче, это был толчок. Так, подожди, игры Морти, арена. А вот это что такое? Призы. Рулетка, что ли? Похоже, у тебя нет ни одного жетона Морти. Побеждай в событиях, зарабатывай жетоны и приноси их мне, чтобы обменивать на мортистические призы. О, даже как. Ну, тут что-то вообще хаос какой-то, ребят. Полный хаос. Арена. Вход. Нет, этим мы, наверное, с тобой займемся в следующей серии. Я сейчас хочу, в данный момент у меня же есть купоны. И за эти купоны я хочу приобрести... Ну, посмотрим, что мы с собой приобретем за эти купоны. Что нам выпадет. Вспомни, где этот магазин еще с купонами. Так, исцеление. Полюбаську надо излечить. Все, спасибо, док. Питомник. Магазин. Да, блин, магазин-то это понятно. Купоны, где купоны мы с тобой обменим? По-моему, это можно даже у нас здесь обменять. Выиграть Морти, да. И нечего, как говорится, бегать тут и искать что-то. 5 купонов есть, сейчас с тобой крутанем рулеточку и все будет окей. Так. Что такая долгая загрузка-то? Ну что, друзья мои, тут видишь, а тут можно 15 накопить и получить эпического Морти. А экзотический все-таки круче, чем эпический. Все, я понял. Я все-таки возьму, ребят. Ну. Сыворотка.
Неряха Морти, Морти Джерри и танцор-строитель Морти. По-моему, таких у меня не было. Да? Да. Ну что, друзья мои, я думаю, что на сегодня будет достаточно. Повоевали неплохо. Теперь нам нужно с тобой 11 значков найти для следующего, как говорится, боя со членом совета. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.